Здорово. Здорово. Есть сержа вареников с творогом. Ага. Весь игра. Десячок отдай за меня, Владимир Иванович. Он отдал. Отдал, да? Да. Еще набрал, да? Там 15. А. Везде успеваешь ты, Владимир Иванович. Все. Сметанки, зачем? Так, 60 прям. Нормально? Нормально. Вот такие вот сигареты. 15 рублей. А? 15 рублей можешь отдать? Отдам. Отдай. Сейчас. Сейчас отдам. У тебя деньги во всех карманах, Владимир Иванович. Ты хоть на рынок завтра оставь. Творогом. Ну что, все, домой? Да. Или заедем я с солями полковцовывать. Все, хватит, с солями ты все набрал, колбаса есть, фрукты есть. На рынок оставь завтра, Владимир Иванович. На базаре что-нибудь купишь. Поехали. А то мне тоже надо ехать, Владимир Иванович. Я же не могу до закрытия магазинов. Здрасте. С тобой накатывать. Там есть пакет, положишь туда. Всем доброго времени суток, друзья. Спасибо, что с нами. Подписывайтесь. Долбите лайки. Пишите, кто с какого города. Всегда приятно слышать. Ну и не забывайте про все наши другие соцсети. Все рабочие ссылочки здесь в описании профиля. Справа от доната стрелочка. Нажимаете на нее и попадаете на все наши другие соцсети. У тебя две пачки в кармане, Владимир Иванович. Мальборо тебе прислали. Ты что, забыл? До своей фотографии, Владимир Иванович. Завтра похвалишься, покажешь. А что ты закуриваешь? В машине, может, не будешь курить? А? Дядь Володь. Зачем? Ну, докуривай давай, садись. В машине тебя жду. Пошел я пешком. Не хочу ехать. Руки оторвутся, поехали. А? Руки оттянешь, оторвушь, пакет тяжелый.
Ты, наверное, еще что-то собрался брать? Как колбасы. Я так и понял, что ты пешком собрался. Колбасу завтра возьмешь, дядь Володь. Поехали, хорош. Завтра на рынке купишь колбасы. Что завтра? И всего остального. Мне сегодня поесть надо. У тебя там все есть. Все есть. Все купил. Сейчас юбилейные деньги поменять надо. Завтра поменяешь на базаре. Зачем? А сегодня что делать? А сегодня ничего не делать. Харчи домой вези, да спать ложись. Колбаски хочу поесть. Там есть колбаса у тебя. Да она же не продала мне ее. Так и ты другой купил. Какой? В Великолуксовом мясокомбинате. Ты что, забыл? Польский взял. И колбасы ты там взял, тебя отрезало. Да? Ну. Не забывай, Владимир Иванович. А хорошую колбасу взял? Хорошую взял. Докторскую с жирком. Всем добра, друзья. Всех обнял по-братски. Докуривай, Владимир Иванович, да поехали.